Воспитывать здоровую нацию – одна из главных задач любого современного государства. Всеми силами президенты отечественных спортивных федераций и ассоциаций стараются активизировать молодежь и привить ей любовь к спорту. Олег Абарин, президент Федерации карате ВКФ Молдовы, уже в четвертый раз провел открытый чемпионат республики по этому виду спорта. Конечно, не без помощи наших ближайших соседей, спортсменов и тренеров из Украины. Уже неоднократно мы выступаем на турнире. Очень хороший «Семь самураев» турнир, организованный, хорошо проводится. Абалин Олег, представитель ВКФ, нас приглашает всегда, приезжает к нам с командой. И мы, конечно, дружим. И я думаю, что эти связи будут развиваться. С каждым годом все больше и больше спортсменов принимают участие в уже традиционном турнире «The Seven Samurai Cup». В этом году спортивный зал Института физкультуры с трудом вместил участников, тренеров и, разумеется, болельщиков. Мама чувствует, мама очень переживает и волнуется, дабы, не дай бог, не ударили своего ребенка. Вот, и она очень гордится, когда он побеждает. Ой, очень переживаю, просто вообще вся... Вся вместе с ней. Вот смотрю и переживаю, конечно. Около 200 спортсменов из Молдовы и Украины сражалось за медали и кубки. Девушки и юноши опытные и не очень. Засучив рукава кимоно, то и дело обвешивали тумаками своих соперников. Но это там, на татами. А за его пределами им ничего не стоит от души пожать друг другу руку. Это главное, что в них воспитывает спорт. Это вид больше спортивный. Здесь очень сильные спортсмены. Подготовка на профессиональном уровне именно спортсменов. И для этого существует много тренировок и много физических упражнений. В то же время психологическая подготовка. Постарались организаторы турнира на славу. Четкий график поединков, высокий уровень подготовки судейского состава, удивительные кубки и медали. Партнеры соревнований, как и их организаторы, постарались учесть все пожелания гостей и недочеты прошлогодних соревнований. По сравнению с прошлым годом уровень повысился у некоторых спортсменов. Я сам занимаюсь с ними, я могу сказать, те, которые больше занимаются, усерднее, у тех успех есть, хотя небольшой, но это так случается, не может быть такого. Занимаешься, на следующий год уже большой вырос. Все по чуть-чуть, но некоторые спортсмены, вот наши молдавские, они поднимаются. Уровень хороший. Спыну Виталий, Пирожок Евгений, Горгун Роман, Скиба Анастасия, Страту Анна-Мария. Это имена лишь некоторых чемпионов. Конкурировать с украинскими спортсменами нам пока очень сложно. Уже более 10 лет там существует Федерация карате ВКФ. У нас всего 4 года. И тем не менее, 22 золотых, 19 серебряных и 34 бронзовых медали в копилке нашей сборной. Сами спортсмены, которые выступают за границей, в других государствах, им бы побольше патриотизма именно Молдовы. Тогда видят, что государство очень сильное, дружное и хочет развивать молодежь в физическом плане, культурном плане. Наблюдая уставшие, но радостные лица организаторов, спортсменов, болельщиков, тренеров и просто зрителей, понимая, что труды не напрасны, что силы и финансы, вложенные в турнир, возымели свой результат. И первостепенными пунктами здесь являются здоровье молодежи, дружба народов, чувство плеча, с воспитания которых и начинается культивирование патриотизма любой нации.